Не знаю. Хотя, почему нет? Может быть, вполне. От вас, например, инициатива? Нет, 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 зачем же? Я не буду, нет. Я уже там все сыграл, но кто-то это может сделать. Я не помню, закончились ли у меня права на Гардемаринов. Они у меня, в принципе, поэтому... были, по крайней мере. Поэтому пока не у меня, вряд ли кто-нибудь это сделает. Но... ну, а почему нет? А почему нет? История лихая такая, вполне смотрибельная. Почему нельзя сделать, если служебный роман делают, почему нельзя сделать Гардемаринов? Ничего там такого нет, все, не забыла повторить. Наверное, можно. Ну, по крайней мере, вы браться за это не будете. Нет, я не буду, мне это неинтересно, я в этом уже участвовал. Зачем же я буду второй раз в одну воду? Смысл-то какой? Здесь я хотел как-то по-другому, иначе, как мне казалось, с самого детства это должно выглядеть. У меня мотив-то был. А там, в общем, все хорошо, меня все устраивает. Ну, если про первого Гардемаринова говорить-то. Продолжение снять, да, наверное, можно. А вот заново снимать, думаю, что тоже можно, но я не буду. Ничего такого страшного у меня с Харатьяном не происходило, чтобы... Мы с ним виделись за последние годы несколько раз в Доме кино. Мы ездили в детский дом в Малый Ярославец с президентом. Еще куда-то общались совершенно спокойно, довольно подолгу. Никаких проблем у нас нет. Нет точек соприкосновения просто, и все. Поэтому вот эту историю можно уже давным-давно перестать называть. Да нет, ради бога, хотите, называйте. Давно все закончилось. Мы с ним общались довольно мило. Я участвовал в фильме в его юбилейном, когда у меня был день рождения. Да. Как, все промахивают и дальше. Ну вы же. Да нет, давно, когда это было, господи. Вы бы мне сказали, я бы не вспомнил.